лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Давай оставим, брат, пространство мира. Давай войдем с тобой в пространство песни. Все удивительнее без телесни. Пусть на земле еще темно и сиро. Давай придвинемся к огню поближе. Под сокровенное планет вращение. На струны верные слова нанижем. Соединяя наших душ течение. Ты видишь легко, недалеко, крылья порхнули, тревоги извне нас уже не укараулят. Гнездится, но ввысь устремлен ветер времен, дует нам в лица. Та-да-дам, та-да-да-да-да. Весенним паводком любви нездешней по сонным улицам текут мгновенья. Давай споем с тобой о гостье вешней, внимая музыке ночного бдения. Давай споем с тобой о вещей птице, миры разъятые соединяя, где все неверно и где все двоится, и лишь гармония не изменяет. Слушать, как рвется в полет и с нами поет море и суша. Как переплелись и ринулись ввысь ветви и кроны. Всю ночь нам не спать, звуки листать не утолен. Войдем с тобой в пространство песни. Все удивительнее без телесней. Пусть на земле еще темно, темно, темно и сиро. Та-д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 а
Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях матушка Людмила Кононова. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Матушка, давайте с вами войдем в пространство песни. Я готова. Ну, вот для того, чтобы в это пространство войти, это же не так просто. Этим надо жить. И вы знаете, о чем подумал? Я подумал, что у человека должна быть красивая душа, чтобы вот в эти пространства входить творчески. Вот нельзя со злой душой туда проникать. И должен быть свой опыт, да, где все перечувствовано. Каждое слово, каждая нотка, каждое движение души. Вот в вашей песне, которую вы спели, нет ни одного слова о Боге. Да? И все пропитано им. Да. Вот. Ну, и хотелось бы услышать ваши размышления, продолжение. Да. Вот я задал вам тон. Да, такой. Да. Ну, мне кажется, ведь очень-очень... Ну, то есть это сказано как руководство к действию, не упоминая имени Господа Бога твоего в суе. Да. То есть говори это только тогда, когда это действительно необходимо. И мне кажется, что вот такой разговор, когда Господь незримо присутствует, вот такой разговор со слушателем, когда он не именуется, он все небесные силы, ангельские и святые и так далее, вот. А вот когда он веет, так сказать, да, в этом разговоре, оно на самом деле воздействует сильнее, точнее, и дает возможность не мне сказать свое, а слушателю это свое как бы присовокупить к тому, что... То есть я приглашаю его к разговору. Приглашаю. Я приглашаю его к диалогу. И вот мне кажется, что это такое... ну, ненасильственное, скажем такое, да, воздействие творчества на человека. Да. Вы к этому пришли, да? Оставляющая сейчас свободу, да. Да. Да, да. Потому что сейчас на эстраде, честно признаться, на православное, ну, если да, так можно назвать, творится такие вещи, где имя Господне именно в суе. Да. И это зачастую даже отталкивает от этого так творчества. В том-то и дело. Человеку надо дать... Должна быть красота, и человек должен сам сотворить. Она должна наводить на размышление человека, на покаяние. Вот, касаться его глубины души, да, и вот такой должен быть отклик. Вот. И вот как раз и тоже еще говорил о красоте души. Это же надо большая работа, чтобы спеть такую песню. Видно, что они вам нелегко достаются, как дети, да? Ну, вот эта песня, у нее своя история совершенно. Она, вообще, импульс написания был... мой аккомпаниатор очень сильно приуныл. Мы приехали в город, в котором очень много евангельских христиан-баптистов. Угу. Огромный зал на 800 мест. И нашлось всего 50 человек православного народу. Вот они пришли в этот зал, и когда мы вышли в это пространство, огромное зала, даже не полупустое, оно, ну, пустое. И малое стадо там. Да, да, да. То, ну, так, конечно, тяжело. Это тяжело. Но мы начали работать, мы начали петь, мы в полноте отработали концерт с полным, так сказать, приложением своих сердечных сил. И я заметила, что когда мы выходили уже на поклон, то есть вот после этих час 45 концерта, вот пространство зала, оно изменилось. Вот оно было до этого, оно было таким, знаете, как бы враждебным, как бы таким сырым, холодным. Угу.
А когда уже мы выходили в конце концерта, оно было теплым, оно было обжитым. Ну и что, что там 50 человек, может быть, там какая-то одна душа пришла, которая, да, которая это надо. Которая это надо, да? Да. Да. И когда мы возвращались, это тоже была глубокая осень, это был ноябрь, это очень темное время в Вятке, где мы живем, и я, и аккомпаниатор мой. Очень темное время, мы возвращаемся, едем. А мы с Володей, вот такой мой, не знаю, соратник, друг, соработник. Друг, соработник, да, мой аккомпаниатор. Вот. Мы очень любим и просто так петь. И в этой песне не случайно. Давай споем с тобой о вещи птицы. Это вот как раз, ну, помните? О чем поет? Да, ночная птица. Одна в осенней тишине. Да, да, да. Да. Я угадал. Да, да. И каждый раз, когда я пою этот куплет, во-первых, я всегда говорю, что это написано в ободрение брату. Угу. Мы возвращались, и у меня вот эти первые строки. Давай оставим, брат, пространство мира. Давай войдем с тобой в пространство песни. Всю ночь будем петь. Про вещую птицу будем петь. А у нас, знаете, на передаче бывает так, что передача заканчивается, а мы остаемся и начинаем друг другу петь песни. И это самое, может быть, интересное в этой передаче, но она остается за кадром. Вот это очень жаль, правда? И вот как только находится вот этот ключик взаимоотношений душ, и угу. хочется дальше-дальше и до бесконечности. Надо сказать, что я приехала сюда, в Лавру, и записываю здесь свой 10-й альбом. Первый альбом вышел в 99-м, вот на рубеже 99-2000 года, первый альбом. И вот получается 14 лет. За 14 лет вот это 10-й альбом. Такой самостоятельная программа, когда накапливается. Обычно проходит от 3 до 5 лет. Вот здесь как раз примерно 5 лет. То есть достаточно долго. И в этом альбоме есть очень дорогая для меня песня. «Наши мамы уходят». И вот это... защита их молитвы, которая пока еще амортизирует между нами и Богом, пока мы еще можем называться детьми, вот по плоти, да, пока у нас кто-то еще есть, вот. Чувствуется, что уже ей не очень долго быть. И я написала песню, которая называется «Мамина молитва». Я ее писала довольно долго. Песня дорогая для меня, и эта песня, она дает название вот этому альбому, который, ну, промыслительно записывается в Александро-Невской лавре, чего я совершенно не ожидала. В родовой палате шелестели перья красоты и стати. Бог тебе отмерил и забот старицей, и скорбей горнила. Но отважной птицей ты птенца хранила, ту с улыбкой млечной, с синими глазами не узнает встречный. Постаревшей мамино, мамина молитва, мой несокрушимый щит, мамина молитва со дна моря вытащит Вятки и в Париже, в золоте и в рубище. Но не уходи же, мама, погоди еще. Погоди еще, погоди. Отступали страхи, вспять летели стрелы, прилетали птахи, если мама пела. На окно садились, комнатушки тесной, слушали, дивились. Мама, твоим песням, выбоин да рытвин, сколь тебе досталось, но твоей молитвы.
мне пелось и дышалось. Мамина молитва и в победе, и в беде. Мамина молитва на свет Божий выведет. Выправит дорожки скользкие да ломкие, под босые ножки подстелив соломки мне. Твоя молитва. Несокрушимый щит, мамина молитва со дна моря вытащит. Вятки в Париже, в золоте в рубище, но не уходи же, мама, погоди еще, погоди еще, погоди еще. Господи. Матушка, вот я раньше приходил на православные выставки, и везде звучали ваши песни, и у вас был такой маленький модуль всегда. Вы там сидели со своими дисками, а сейчас прихожу, что-то такое, думаю, почему нет матушки? Где вы сейчас обитаете, что делаете? Где можно ваши диски? Вот вы записываете 10-й диск, а где его можно приобрести? Он вообще нужен кому-то? Да вот. Или только вам? Я не знаю. У меня у самой возникают такие мысли, потому что, понимаете как, я пела долго на православных ярмарках. Это было сложно, это было тяжело, батюшка, вы понимаете, понимаю, что такое, конечно, спеть на ярмарке, да? Когда люди за колбасой пришли практически. Да, да, и спеть качественно, и чтобы был звук. То есть я старалась все это делать. Но, видимо, наросло новое поколение, которому нужно было дать, освободить место, дорогу. Поросль, да, пробивается. Ну, да, наверное, ну, скажем, ну, может быть, как-то уже много было этого. Наверное, так. Поэтому вот на последние два года, ну, вот как-то я не приезжаю. Как-то не приезжаю. Работаю я в основном в Москве. Скажем так, там небольшая, но есть аудитория, которая хочет, которая приходит, которая ждет новых песен. Я думаю, что, наверное, эта аудитория была бы больше, mm-hmm. если бы вот то, о чем вы говорите, если бы было информационное пространство. Mm-hmm. Потому что для того, чтобы человек сказал, мне нравится вот это, а мне нравится другое, ему все-таки надо хотя бы услышать. Да, выбор должен быть. Хотя бы выбор дать. Да. Вот. А у нас, к сожалению, ну вот нет, вот у меня, ну давненько, вот скажем, по Союзу в последний раз прошла передача, это было, наверное, три года назад. Вот была я в Петербурге, и в театре «Странник» был концерт. Концерт был очень хороший, очень хороший. Но в зале было 30 человек. Понимаете, как? Да. Ну, так, мой любимый театр, кстати, в стране. Тяжеловато, да. Да. Вот. И я не думаю, что это потому, что это не нужно. Я думаю, что это нужно. Да. Просто многие еще не знают об этом, что это им нужно. Мне так кажется. Все сложнее, все труднее в этом смысле. Господи. Да. Но ничего, ничего, это же не главное. Как-то ведь Господь все равно все устраивает. Значит, как Пастернак говорил, и надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность,
когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Спасибо, Господи. Вот. Хотелось, я вот все думал, какую песню спеть. У меня роятся мысли, значит, какую песню вам подарить, матушка? Хочется самое ценное, да. У меня сейчас песня есть, с которой начинается «Лаврские встречи». Я все думал, кому ее подарю, эту песню? Ну, с кем ее, кому ее спою? И вы во мне затронули такие струны. Я вчера вот написал стихотворение. Как раз оно настолько созвучно. Оно еще не закончено. Ну, 4 строчки. Я думаю, что оно... Просто захотелось поделиться после вас, после поэта. Может, останется песня, или огарок свечи, или душа, как невеста, к небу подыщет ключи. Вот я о том, что после нас останется. Что? Вот про это сейчас думаю. И, вот и тоже... В рамках нашего диалога вот эта песня у меня возникла, сыграть эту песню, с которой начинаются «Лаврские встречи». Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла, как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы любовь была. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого? Все вижу, батюшка, все, что вот вы поете, все, как кинопленка такая проходит. Спасибо, Господи, матушка, что вы пришли. Книжку, да. Да, мне хотелось бы вот еще рассказать. Это только что у меня вышла книжка, второй такой сборник. Он включает в себя стихи, лучшие стихи за 4 десятилетия, в том числе еще не изданные стихи. Угу. Для меня особенно дорого то, что книжка оформлена работой моего старшего сына «Кузнечик в траве». А по определению Державина, поэт – это кузнечик в траве. Это вот в то время он еще сказал, поэты – это кузнечики в траве. А вот оказывается, что если ученые такой вывод сделали, если вот насекомые бы, например, вот в один бы момент исчезли с лица земли, то жизнь на земле через полгода бы прекратилась бы совсем. Вот поэтому я думаю, что поэты, они вот так же невидимы, стрекочут и настолько же нужны. Ну, главное, чтобы лягушка не пришла, прожорливая. Ну, вот от лягушек мы не застрахованы. Да. И почему я его сейчас показываю, этот сборник? Называется он «Угадывая мир по слову апостола Павла». Сейчас мы видим этот мир как бы сквозь тусклое стекло. А заканчивается таким четверостишием, которое больше вот оно не выросло. Оно вот только вот то, что вот сказала, то и сказала. Этим горьким лекарством врачу я иссякшие силы, что одно на потребу я верю, надеюсь, пою. Нам скостят на мытарствах за то, что мы жили в России. Нас помилует небо, что землю любили свою.
пожелать тебя одного, возлюбить тебя паче сих, дню довольно беды его. Не заботься о днях других, ты сказал, оставляя страх. Воротись, иди за мной, но люблю эту персть и прах, эту немощь земли родной, эту немощь земли родной. За протяжный зеленый взгляд, быстротечной ее весны, за сиротский моленный плат оскуделой моей страны, за ее осьмигранный крест, что цветет вековой пыли в самых недрах родимых мест, в сердцевине моей земли, в сердцевине моей земли. Пожелать тебя одного, возлюбить тебя паче сих, дню довольно беды его, не заботься о днях других. Но куда мне ее девать, наши жизни переплетя, как мою немощную мать, как больное мое дитя. Рати праведных не счисла в предстоянии ее святынь, кровь живая травой взошла, прозвенев небесам аминь. Так оставь же мне благодать плотью рода в нее врасти, а земле моей вопиять вместе с нею к тебе. Спаси Господи, дорогие братья и сестры, на этом мы с вами прощаемся. С вами была Людмила Кононова. Спаси Господи, Матушка. Боже, помощи вам, творческих успехов. Спасибо. Приезжайте к нам, и хочется еще раз с вами встретиться и, может быть, дальше продолжить наш диалог. Боже, всем благословения, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.